Так, всем здравствуйте, доброго позднего вечера. Ну что, продолжаем. Продолжаем. Metroid Fusion, который уже по времени прохождения даже больше, чем Super Metroid у нас оказался. Сейчас я микрофон маленько поближе. И продолжим. Ох уж этот Fusion. Так, ну что, у меня даже Эмуль сегодня увидел... сразу, вернее, как ОБС-ку увидела Эмуль сразу. Это вообще достижение. Это достижение прям ого-го. Ладно. Нашел я таки вчера после стрима, куда идти, открыл VG Maps, потому что у меня уже как бы полномочия были все. Вот такие дела. 5.26 общее время, но это... которое пошло в зачет, то есть смерть и прочее мы игнорируем. Так, а где я? А, где надо? Короче, идем в то место. Которые должны были прийти. Не могу сказать, что все гениальное просто, но тем не менее, видите, вот эти вирусы, они по скрипту у нас. А, блин, ладно. Да? Видали, что творят? Такие своенравные у нас вирусы пошли. Так, куда я пришел? А, все правильно. Короче, вот тут есть одно место. Я его маленько, можно сказать, не дотянул. Вот оно. Попробуй, что называется, догадайся без пузыря. Но так оно и есть. Так, по-моему, мне вот сюда наверх надо. Я прям после стрима сразу все проверил. И нам сюда. По крайней мере, это был не баг. И вот, пожалуйста, устройство, которое открывает красные замки. Последнее. Ой. Ладно, здоровье надо более-менее экономить. Так, теперь... Ага. Вообще, конечно, после такого не мешало бы сохраниться. Теперь можно пройти сюда. Да, теперь я пойду сохранюсь. Yeah.
собираешь, собираешь здоровье. Она резко, ну как бы не резко, хотя не заканчивается, ладно, явно побольше стало. Все, идем дальше. То есть явно нужно было идти вот так, никак иначе. То есть, конечно, скрёт так нам либо... Так, я правильно иду, да? Нет, неправильно. Да. Все, нам задачку, как вы понимаете, задали. А, кстати, один смин резко стал. Почему, интересно? Кто нам дал еще? Ну что же, наконец-то мы видим что-то новое. А что тут вообще нифига? А смысл? Интересные дела. Так, ну что, босс? А нет. Ага, нас тут не пускают. Угу, и сохранение. Ну, я уже догадываюсь, что там глазик, да, наверное? А нет. Тупо не пускают. Есть сохранение. Ага, наверх. Ну и наверх, нифига. Фига. То есть все-таки эта штука. Так. Блин, вообще, конечно, не мешало бы получить приказ уже наконец-то. Так, ну вот эту хрень я не обойду никак. Или обойду. Прикольно, да? И здесь тоже никак не пройти. Да, это обидно. Ладно, вниз, значит, вниз. Так, стоп, теперь я и здесь пройти не смогу, что ли? О, внезапно. Нет, мало разгона. Блин, чутка. Чутка еще надо добавить. Угу, вот оно что.
Так, можно наверх. Или не можно? Ну, не совсем, я бы сказал. Что, что это тут будет? О-о-о. Ага. Платформинг. Тихо. Тихо, 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 не надо, без нервов. Блин, ты падла отнимает довольно много. А, блин. Ай-яй, тихо. Отлично. Ну как бы не... Нет, ну наверх я никак сейчас не поднимусь, ладно. Ага, вот она, та самая комната. Так, у меня вообще стрим-то идет? Да, идет, еще как идет. На него никто не идет сегодня. Бывает. Наконец-то, наконец-то мы видим что-то там. Данные. Диффузия. Что за диффузия? Что за новые... свойства. Так, ну мне отсюда не выбраться, я так понимаю. Нет, не выбраться. Да блин. Да иди сюда, ладно. Не хочешь, как хочешь. А что дальше? Здесь-то я не выйду. Опять загадки начинаются у нас. Уж ну как я тут? Я ж тут никак ракеты это не запомнил. Ну и все. Дальше-то что делать? Очень странно.
ошибки меня не пропустят. Ну ладно, только в обратный путь дорогу идти. Других вариантов нет. А, подождите, какой обратный путь? Я ракетами там никак ничего не разнесу. Так я ничего не сделал. Что за фигня? Опять застрял. Вот оно что оказывается. У ракет теперь есть заряд. Диффузия. Угу, прикольно. Так, теперь вы вспомните, чё куда. А, то есть я, наверное, вот эту штуку теперь могу разнести. Да как-то не очень. Так, игра, вообще не смешно. Что теперь мне делать? Какую задницу теперь мне снова лезть, так сказать? Только не говорите, что мне надо вот этим разгоном тут прям вот такие вот вещи вытворять. Блин, да что за фигня? Опять сейчас 40 минут буду долбаться. Это, конечно, супербомбами тут бы воспользовался, но у них немного. Прикольно. Хотя, не совсем. Ну, здесь ничего не сделал. Чё за хрень опять, а? Ну, скрёт, так тут нужен. У него нет. Я не понимаю немножко смысла вот этих вот ракет. Thank you.
Короче, надо куда-то возвращаться. Куда? Каким образом? Хрен его знает. Там я эту бомбу не смогу на лету никак сделать. Ну, попробуем разбежаться. Типа я должен как-то сюда сигануть? Да это что за прыжок должен быть? Я сильно себя сомневаюсь, как это делается. Что за бред опять пошла? Ну я просто не верю, что мне надо реально тут прыжок сделать. Либо вот в том коридоре, веселом таком. Надо что-то еще придумать. Пытаться залезть наверх, но, блин, не так-то это просто. Да блин. Здорово, Димон. Ну, так, стоп. Только не говорите из-за того, что у меня бомб нет, я теперь не знаю, что, неизвестно, что мне делать. Или стоп, я здесь уже, по-моему, все исследовал. Блин. Так. Ох, мне эти звуки не нравятся. А, все. О, с 4 в 6 сектор мы теперь мигрируем. Прикольно. Ладно. Скорю атак, ну вы прикалываетесь. Я выйти хочу, сколько можно уже. Спасибо, Дим, что оценил, но мне уже ни хрена не смешно становится.
Ну вот, вот тут что? Ну как нахрен? Реально уже просто запирали где-то и все, сиди долбись. Что за приколы, блин, галимые? Че ему без супербомб попробуй пойми, че к чему. Этих не пройти, не проехать. Оно мимо них проскакивает. Проскочить как-то триксой тоже не получится. Окольных путей никаких нет. Что за бред? Ну реально, ну уже просто это раздражает. Дайте бомб, пожалуйста. Я понимаю, что у меня ракет мало, но мне бомб мне вообще нет ни одной. Опять будем сидеть 40 минут, я буду тыкаться. Ну что, доходить до того, что теперь гайды качать, блин, смотреть прохождение. Что теперь нахрен делать? Я нашел решение. Ну вот, ну ладно, затупил. Вспомнил бы теперь что куда. О, галенный провод. Ну здесь я был. А вот внизу я не был. А, ну как, был вообще-то, получается, уже, да? Интернет, спасибо тебе, дорогой. А, эту херню не пробьешь все равно. А как туда пробраться? Там где-то дыра должна быть в той стене. Ну, отлично, если так. Ладно, короче, убираться отсюда надо. Тем более у нас есть перезарядка, сохранение. Я надеюсь, конечно, а то сейчас могут что-то сломать. А если у меня 26 бомб, я ни сном, ни духом, что у меня их столько может быть. Давай, рассказывай. Ты прокачал свои ракеты? Необычно. Не было ни слова от штаб-квартиры. Какая-то там ошибка процедурная, я уверен. Даже если так, что-то там, короче, типа не выходить из уровня 4. С этого момента ты увидишь еще что-то там. В любом случае, Самус, ты помнишь робота-охранника, с которым ты раньше встретилась, а эту хреновину? Я думаю, что все-таки их заразило. Как он заразил? Это не организм. Ладно. А-а-а. Короче, органические компоненты нашлись.
И проникли через нейросеть. Короче, давай. Он уже в шестом секторе беспределит. Молодец. Спасибо за сердечки. Я не знаю, что планируется. Но не надо ждать. Ты знаешь, что делать. Ага, нам наверх. Ну, логично. Блин. Ну, сейчас будем, короче, боссом гасить. Нам туда. Ясно? Ясно, понятно. Быстро. Быра. Блин, я бы доисследовал, потому что там красные сектора есть. А у меня здоровья не так и много. Моя любимая пластинка. Ну, дайте поисследовать, ёлки-палки. Я и так уже тыкался во все, что можно и не можно. Мне дадут выйти? Дадут. А, Анатолия. Анатолия, это хорошо. Ой, тут какой-то сигнал тревоги орёт. Нет, тут... Тут нам особо делать нечего. Я хочу просто посмотреть, где есть красные замки остались. И все-таки сходить. Позыркать. Что к чему, пока нас пускают. Так, ну тут, по-моему, ничего особенного. Короче, наш робот не тот, который вчерашний, а другой. Был там, сам плюс. Молодец. Ценю. Так, тут есть одно место, до которого я так и не добрался. И вы знаете чего? Я сейчас в него пойду. Все. Неужели там скрю-атака нужна? Давайте сохранимся на всякий случай. Так, здесь зомбачки. Ага. Вот оно что, Михалыч, да? А в обход идти не очень близко. Но попробовать можно. Тем более тут враги ничего особенного себе не представляют. Счет какая-то просто станция разваливается на части просто, на по кускам разлетается, а мы еще пытаемся тут что-то починить. Я не могу сказать, что прям это успешно происходит. Так, вот она, да, эта комната. Мы быстро добрались, нормально. Так, ну тут лава. В лаву прыгать. О! О, я вижу. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Ракеты это хорошо, но и танки. Но и танки лучше, как мы знаем. Ну и все. А я маленько бзданул, я бы сказал. На этот счет. Мы уже не зря сходили. Да. Я, конечно, не знаю, может тут. 2 по 0.5, и мы спасем мир. А, ладно, там подзаряжусь. Сохраниться можно. Я напоминаю, что вот эти вот 10 палочек здоровья возле Energy 99 в левом верхнем углу, они должны в 2 ряда быть, в идеале. Блин, ну, знаете, я перед дилеммой. Мне вообще как бы не хочется до понедельника откладывать эту игру. Хочется пройти сегодня, но я понимаю, что как бы груз серьезно предстоит. Я вчера-то просидел 3 часа и не сильно-то продвинулся. А сегодня я даже не знаю. А, мне завтра рано вставать, вот что проблема. То есть я, конечно, могу включить терминатор и сидеть тут до 3 часов. В самом низу там что-то. И там, по-моему, тоже была лава. Давайте, метнемся кабанчиком. Ну, вообще уже все. You're dead. Так, а что мне надо? А, еще, кстати, одно местечко. Я тут так и не... Вот.
Да ладно. Ты сейчас сдохнешь. Опаньки, опаньки. Вот оно тут. О. То есть мне надо разбежаться. Но я тут как-то мало места, чтобы разбежаться, однако. Мне надо по всем комнатам, получается, разгон взять. Понял, принял, сейчас попробуем. Ну, как бы это возможно. Офигенно. А что толку? Это просто срезка? Вокруг одно сплошное это самое. А, еще там одно место тоже, я его недоисследовал, скажем так. Единственное, да, гипербомбы. Мне тут пригодились, это все нормально. Так, вот. Типа тут одно сплошное ничего, просто яма. Да ладно, ну не серьезно это. Так, стоп. А тут? А тут кое-что есть? Ох, блин. Конечно, хрен что видно теперь нормально. Конечно, все мило. Янг Санчес, огромное спасибо. Так, подождите. Вот, вроде как там что-то есть. А понять как-то не получается. Тихо, уйди от этой морды. Я так мало сняла здоровья. Странно. Нет, нифига. Во. Вот он, ларчик, как открывался. Ладно. Так, тут, естественно... Нет. А, ну да, тут же блоки уже все. А, я просто взял... А, ну ладно, все, бог с ним. Ладно, уже не зря сходили. Ну все, валим. По-быренькому. Ой. Меня лава задела. Так, здесь... Здесь, по-моему, ничего такого. Да. На всякий случай. Хо-хо-хо!
А случаи, как говорится, бывают разные. Фига тут сервис. Обломчик пока. Так. Так, ладно, это выход. Так, я вижу. Ракета. Ух ты! А, все, мне бояться нечего, но. Ага, ага. Я понял. А, все. Прыгать бесполезно. Да блин. Ну слушай, я ж нажимаю кнопочку прыжка. Вот она. То, ради чего мы все собрались сегодня. Ну ладно, не сегодня. Есть. Вот, понимаете, уже. Стрим уже можно считать удавшимся после такого. Все, вопросов нет. Спасибо, игра. Так, а ну да, и все, я возвращаюсь. У матроса нет вопросов. Ну, не совсем понял, к чему ты это сказал, ну ладно. Нет, нам не сюда, нам наверх. Тихо! Единственное, вот там, где вот этот робот драный, с которым мы встретились, я так понимаю, все, там уже я туда вообще никак не попадал. Да, опять ты. Ну да, там все сломано. То есть просто тупо наверх нет пути. Или все-таки есть? Игра говорит, что типа нет. То есть все, ты не взял тот обырейт наверху. Твои, так сказать, трудности. Ладно. Так, мне куда? Наверх. Так, мой любимый прыжок. Ах ты тварь. Я тебе специально сейчас урон. Как видишь, у меня получилось. Ну все, отлично. Ракеты, бомбы и танк. Это вообще прям, как сказать-то, прям, ну, не флеш-рояль, хотя нет, учитывая, что до этого и близко ничего такого сразу не попадалось, нормально. Более чем. Единственное, когда то, что нет рентгена, это похуже. Рентген, который есть в Супер Метроиде, он дает гораздо больше. Ладно, чем больше наберем, тем больше шансов на дальнейшее, более успешное продвижение. Потому что тут еще птеродактиль замерз, Ридли, он, естественно, по закону жанра тоже будет. Даже без него ни одна серия не обходится. Ну разве что, кроме второй геймбойской игры. Что тут у нас? Блин, ну тут как-то похоже. Ну там вон есть красная кнопочка, но я это в этих комнатах был. Поэтому, скорее всего, нет.
Понятно, что можно все обследовать, все избомбить супербомбами, но ладно уж. Если на самый верх. Что-то, конечно, прикольно было на самый верх еще подняться. Ну ладно. Пошли в шестой сектор. Да, я обошел все вот это вот гораздо быстрее, чем тупил в... Чем тупил, короче. Так, ну давай, рассказывай. Да. Он стал гораздо сильнее. Да вы что? Это меня беспокоит, будь осторожен. У нас есть еще проблема. Как ты только закончишь, быстро покидай НОЦ. Это вот это вот? Саикс тебя отслеживает. Офигенно. Не оставайся дольше, чем надо, короче. Понятно? Ну и ответ Димона. У матросов нет вопросов. Ну, я думаю, тут вряд ли преследование уже будет, потому что, я так понимаю, сцены с самусятиной этой, они заскриптованы. Так, у нас, я так понимаю, где вот эта вот башка, это нам туда. А куда нам, ну все, по прямой. О, давно мы вот этих не видели, слизнячков. Ничего. О, скрёт-так. Ну, скрёт-так больше, скорее всего, для срезки требуется. А, все, здесь я был. Да, здесь я был. О, вот это вот пердящая хреновина. Фиолетовым газом. О, да, бомбы, конечно, тут рулят. Ёкарно. Скрю атака нужна. Ну, не себя. Так, ладно, пол не проваливается, уже хорошо. 12-й етанк. Понимаете, я за буквально 10 минут нашел 2 етанка. Где это записать? Так, уже там стена слева, да, стена. И здесь, туда. Ну все. Ну, собственно, вот так они, скорее всего, и находятся. О, синенький. Ну иди сюда, братан. Что ж это? Ну что ты? Ну сюда, не обидим. Наверное. Ожидать, что особо ничего не будет. Но я не думаю, что да тут. Крутящаяся атака нам нужна будет. Опа! А, не, мне показалось. Ничего там нет. Так, куда идти? Идти вниз. Хотя, блин, зачем мне это? На, синенький, иди сюда. Так, тут ничего, да? Ровным счетом. Темная зона, ну, нам казалось, что она там дико темная. Ну, здесь явно, да, должен был синенький проснуться. Тихо! Все? Нифига тут нет. Ладно.
сильно прям меня это не задевает. А! Серьезно. Еще и в обход. Валить надо. Ну, в обход так в обход. Так, что тут у нас? Ничего себе интересного. Да, конечно, тут прям фармить и фармить. Вот тут, вот бы, блин, тут с нулевым здоровьем начать. Я тут поднялся без проблем. Ничего. Ну и учитывая, как близкость. А, вот здесь у нас было Самус. Встреча. Ну ладно. Сейчас такая со спины хрена. Здравствуйте. Мы тут вчера с вами так побазарили, мило. Давайте еще. Почему бы нет? Так, до босса. Ну, до босса тут всего ничего. Если, конечно, там, где я думаю. О! А, стоп, я здесь был. Все нормально, я здесь был. Да, ну что можно, неплохо так все подразносить. Интересно, вот этим вот супер ракетами, наверное, вот этого ж бота, наверное, валить-то гораздо веселее будет. Когда, ну блин, это на зарядку, единственное, тут надо почти 5 секунд. То есть, за это время он, конечно, может хорошо так накидать прям. Нормально так. Ладно, иди сюда, ботяра. А, здесь у нас была здоровенная амеба. А, стоп. Его тут нет. Нас бы отсюда хрен бы выпустили. А где его искать? Я опять что-то пропустил, да? Да, Самус меня это... Двойник отслеживает. Что тут меня отслеживает? Вот разношу все, все подряд, все вокруг. Так, здесь... Чего еще найти надо? Ну, судя по всему, где-то же он должен быть. Сохранение-то рядом. Нифига интересно. Где эта тушка может быть? И тут сейф. А, нет, сейф через стенку. Нет, тут делать нечего. Определенно. Ай! Да блин! Такой мерзкий слизняк. Так,
Если мы еще босса так будем искать, то как бы я не очень согласен. Ты понимаешь, что типа он прячется от нас? Так, я уж тут был. Я уже круг сделал. Что, он вправо оказывается, в стартовой комнате, типа? Так, ну тут явно нужен наш любимый. А, даже так. Кажется, мы пришли. Ну, сейф далеко. А нет. О, какие штуки. Давно их вас видно не было, ребят. Я знал, что там секрет. Блин, как я не знал, но я очень сильно подозревал. А то скажет. Подсмотрел проху. Ну, все такое. Блин, тут дальше можно идти. Еще можно. Вот это вот сейчас ломанется, да. Блин, и дальше, и дальше, и дальше идем. Прикольно. Ну сейчас-то босс, наверное, будет, нет? Но судя по всему, да. Нет входа без авторизации. А, все, я типа... Я типа активировал какую-то гадость, ну, сигнал, короче говоря. Да, я активировал опять дроп интернета. Ага. Сейчас пока сохранимся, он как раз... Давай уже говори, что все. Одна бомба, кстати, осталась. Ну что ж. Ладно, тут прям... Все, пошло. О, слыхали? Вот, кажется, настал момент. Да ладно. Ну давай. Где же ты? О! Ну да. Ох ты. Совсем взбесился от жизни такой. О, щит, ты сама наводками на меня будешь сейчас нафиг. Так, опять перемяса, да?
изобрел-то такого? Не, ну блин. Ну и чё вот я должен с ним делать? Где у него хитбоксы? По потолку ползать тут нельзя. Ну блин, бред какой-то пока что. Пока что бред. Да-да-да, слышь, как ты громыхаешь, да. Шо, Вася, Вася? Летит на тебя какая-то херня. Как ранить, непонятно. Куда бить, понятно, но не сильно это помогает. О. Типа вот в эту банку ему надо. Ну это как с тем роботом, который летающий. Да блин. Да, слушайте. Я все, конечно, понимаю, но надо и честь-то знать. Что это за неведомая херня? Как я должен его гасить? Вот так вот в него вбегать? Ну, это, конечно, гениальное решение, нечего сказать. Я понимаю, что тут надо этим спейс-джампом, но, блин, тут туннель. Ладно, сейчас он мне опять сделает. Спасибо, я знаю, что у меня здоровья ни хрена нет. Толкана сыграл, да? Толканавт у нас тут в нашем доме поселился. Поэтому мы замучим. Ну, какая-то херня пока. В общем-то, как и большинство последних боссов данного года. Ладно, тут даже сохраняться смысла нет, тут так. Да-да-да. Видите, это он бомбит в толкане. Да блин. Ладно. Да блин, ну конечно. Но я не думаю, что вот это вот что-то ему нанесло. Да блин. Блин, это такой кривой робот. Вот сейчас попал. Но это что это? Я должен в него буквально запрыгнуть. Тогда будет мне счастье. Ракета его. Его же ракета его не бьют. Под низ никак не пролезть. Ну это бред какой-то, реально. Я не понимаю. Я не понимаю. Что с ним делать? Как нормально, эффективно убить?
Мне когда я вот саундтрек искал, мне попался видос, я, естественно, не смотрел, типа все боссы без урона. То есть их всех можно, оказывается, валить без урона, да, даже самусятина двойника. Это, конечно, весело, как вот это валить без урона. Нет, понятно, что тут ракет теперь есть, тактика нормальная по уклонению. Ну это бред. Либо вот надо этим. Может, конечно, лучом угасить надо. Да. А, ну да. Ну или не сюда, надо в банку вот попадать. Вот своих ракет косался, придурок. Да блин. Естественно, ты сейчас ракеты свои, да, высрешь. Блин, ну что это за хитбоксы? Что за срань? Блин, два раза первых попал, сейчас ни хрена не попадаю. Был босс как босс и стал писец какой-то босс. О! Етицкая твоя мать сила! Вот оно в чем дело-то! Да. Слушайте, ну это прям не совсем честно, я бы сказал. Но уже какие-то проблески есть. И это хорошо. О, блин. Не хочу на понедельник эту игру откладывать. Завтра днем тоже у меня нет возможности ее стримить. Да, уже лучше. И как раз у меня аккурат одна бомба осталась, я хочу заметить. А не было бы ни одной, но, в общем-то, я как знал, что одну всегда надо про запас оставлять. Тем более, как мы видим, восполнять их не сильно надо. Соизволяет. Ладно. Так, даже от ракет как-то не совсем аккуратно, но можно. Да твою мать! Сраная вода! Блин, все равно цепляет. Да твою мать! Задолбал сигать. Блин. Пока я к нему подойду, он уже ракеты свои распаковывает, козел. Да твою мать! Смотрите, неудобно! О-о-о. Писец, просто писец. Он присаживается, только он успокаивает свою жопу. Он начинает пулять ракетами. Знаете, я не хочу дропать эту игру, но она мне уже надоела. Что такое? Нормальные боссы были вначале. Нормальные.
Но это просто какой-то писец. У меня, честно говоря, уже желание просто допрохать, либо просто уже подсматривать все, вот все, и уже потом окончательный стрим и все. То есть я заканчиваю, например, стрим в ближайшее время, и потом просто залезу в интернет и смотрю, как это проходить. Тактики на всех. Я понимаю, что это неправильно, никакого хорошего экспириенса, но это просто уже душнее. То есть я не понимаю даже, как подобрать к нему подход, так сказать, нормальный. В Супер Метроиде такого не было. В Супер Метроиде такого не было. Это просто вот что с ним делать? Как от него уклоняться хотя бы? Да, он своим ракетом. Сейвспота от них хрен. Ладно, хватит зарядом пытаться его гасить. Да, пока я сейчас... Блин. Типа их можно обезвреживать. Ладно. Понял, принял. Да прыгни ты на эту херовину! Ладно, все, ракеты отстреливаются. Теперь вот с этим типчиком надо как-то порешать вопрос. Блин, какой-то душнило. Ладно. По-любому у меня вторая форма есть, это так, типа лайт версия. Почему у меня здоровье кончается? А типа я в кислоте какой-то еще купаюсь? Вообще прекрасно. Правильно свою ракету пуляешь. Борис, хрен попадешь. Другого ничего искать нельзя про эту робота. Yeah.
Не, он хотя бы есть такой намек на проходимость, но вот эти вот кирпичи, которые наверху, они меня бесят. И вот эта кислота, как будто нам мало проблем. Мы подумали, что слишком легкий босс. Он дохнуть вообще будет? Или я вот так начал, по одной хп снимаю? Подсказывает, ну надо прям в самую макушку начать. Как-то так получилось, что типа он в прыжке уязвим, что я не понимаю. Я пытаюсь в него попасть, он меня пытается меня подбить ракетами, я пытаюсь что-то сделать. Ошибись, ракета таки мне достала. По-моему, лазер вообще абсолютно параллельно. Ни хрена у этого не происходит. Короче, просто добей меня. Я чё-то вообще не понимаю. Лазер вот, наверное, не бьет. Ракетами в него хрен попадешь в эту банку. Знаете, вот просто надо стримы разбивать уже просто вот. Перед каждым боссом сохраняюсь. Потом смотрю, как оно дальше. И все. Все, ребят. Пора стримерскую деятельность заканчивать. Нихера играть. Во все разучился просто. Просто писец. Ну, в общем-то, все откровенно говоря, как и не шло. Thank you.
основной банк вот это чуть-чуть подразрушилось, по крайней мере, с момента нашей последней битвы. О, он еще зацепил. Красавчик, хуй. Банк это вообще не изменилось за все время попадания. Видно по его поведению, что его даже не цепляет. Да и по внешнему виду. Уже 400 хп потратил, первая ракета наконец-то в цель попала. Банк более-менее раскрылся. Ну что, ну я уверен, у него есть вторая форма, и вот этот вирус сам по себе.
О, его взрывом поразило, надо. Попади ты уже в него хоть когда-нибудь. Вот тут свой спот хотите не сказать. О, мозги. Мозги. Слышь, а ты опять с глазом, да? Да неужели? Ой, я фейспалм, я такой фейспалм сейчас кидаю, просто вы не представляете, блин. Я хочу назад пойти и сохраниться после этого всего говна. А вы еще издыхать не хотите? Ой, не, ну как бы видишь, сейф-спот, оказывается, там есть. Ладно, приятно такие вещи самому допирать. Но, блин, перед ушком. Полчаса я угасил в общей сложности. Да... Ну что, я хочу здоровья, блин. Даже этот последний хер улетел, ладно. Что-то этот луч мне меньше нравится. О, интернет, спасибо тебе, интернет. Это что со мной? А, кислота больше не бьет нас. Нормально. Скрёта. Ага. Теперь можно вот так вот хитрить. Тут ничего интересного. Ладно, пошли слушать дальнейшие приказания. Warning, no entry without authorization. Так, ну все, теперь нам надо вниз, судя по всему. Там, куда нас не пустили. Или хрен знает. Ну ладно, попробуем сначала туда. Warning, no entry without authorization.
Это все. Вот он, ваш авторизейшн. Не нравится мне это все. На сохранение. Сейчас я чую, что это будет. Где я вообще? Хрен пойми. Знаменитое место. Где-то вообще в самом низу это. О, лаборатория с метроидами, ядрицкая сила. Это и есть метроиды те самые. Оказывается, не последнего принесли в жертву науки во спасение меня. Вот это вот мелкий метроид. Вот это вот так называемый альфа-метроид, который был во второй в геймбойской игре. Вот это гамма-метроид, это омега-метроид, если я не ошибаюсь. Да, 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 какая прелесть. Что? О, нет. Так, ладно. Что мне делать-то? Ёкарно бабай. Ах ты сука крашеная. А, поразить ее никак не надо. А. О, сейчас. Сейчас будет боль. Ладно, выбрался. А. А все? Я думал тут бежать и бежать. Короче говоря, то была лаборатория по выращиванию метроидов. А там была сама. Кстати, она должна была сдохнуть. Потому что я сбежал, а она нет. Ну давай, рассказывай, что ты хочешь мне рассказать. Интересно. Самус, ты не должна была делать этого. Что именно, интересно? Ты игнорируешь приказы. Шо? Я как это из этой. Чего, блин? Ты заплатишь за это. Видите, какой приказ был? Не врываться в лабораторию? Его не было, по-моему, приказа. Что это? Что за нах? Я обезвредил робота. Дальше что? Самус врывается в разговор суровым молчанием. Как ты можешь видеть, Федерация секретно работает над размножением метроидов. Программа по размножению метроидов. Доступное жилье, блин. Типа, но только в мирных целях, конечно же. Это что, да, и как ядерное оружие, оно тоже было в мирных целях сделано. Ладно, не будем об этом. Пожалуйста, пойми. Но, хоть ты уже узнала о существовании... А, может, ты уже знала о существовании этой программы? Конечно, ты могла сомневаться в том, что видела в секторе 1. А в секторе 1... А что мы видели в секторе 1? Я не помню. А, удачная реплика экосистемы SR-388. А, эти животных, которых мы взяли. Ну и дальше что... Идеальные для выращивания альфа, гамма и зета. И даже омега метроидов. Вот это зета было. Омега это еще здоровее, падла. Но я до него так и не дошел тогда, геймбоя. Это разработка... Ну, короче говоря, ускорила технику роста. Ну, представь, создание омега метроида, ну, из мелкого, буквально за дни. А там нужно было гораздо больше. Ну, допустим. Но это исследование закончено. Ну, я видел, да, результаты отличные. Короче, X, ну, типа, захавали как естественного врага. Оно логично, да, метроиды, желтый X-паразит. И одна из САИ... Их еще и несколько. Одна из САИ на пути сюда, ребят, как вам такой поворот? Одна? То есть ты хочешь сказать... Что там есть еще
С АИКС. Не от одной мы бегали, прыгали. Не удивляйся так сильно, Самус. Ну, как-то я сегодня хорошо перевожу, но сейчас будет жопа. Ты знаешь, что X-паразиты воспроизводят асексуал. Вот какой-то... Ладно, не важно. Из-за своего механизма сейчас около 10 этих няшечек на борту, на станции. Ай, какая прелесть. Самус, надо идти. Вали. Если останешься долго, Саикс тебе напихает. Напихает, короче. А в десятером это как в том меме. Только надо остановиться в навигационной комнате, чтобы подключиться ко мне. Я не знаю, как штаб-квартира примет это. Тебе надо доложить им срочно. Nice story. Cool story, бро. Давай. Короче, одну-то мы завалили. А их вон сколько. Сколько, сколько? Дим, я надеюсь, ты смотришь и видишь это. Настоящий Адам сказал бы другую вещь по поводу этого случая. Но... Блин, софт был, я не знаю как. Он был... Но ему было всегда не пофиг. Он не был машиной. Блин, я что-то вот похвалился, все, писец. Короче, теперь это только компьютер. Ну, сейчас я чувствую, нам наваляют. Нам хоть это, зарядиться-то дадут у нас это. И хоть бы и танчик. Мы еще выбраться отсюда должны. А это что за красная кнопка? Ёлки-палки. О, ракеты хоть. Ах ты. Ладно, ракета у меня 156. Эти падлы вообще никак не коцаются, да? Ну, я не думаю, что это какие-то прям секреты. Да. К сожалению. Тебя там не... Стоп! Стоять, амёба. Что-то тут есть. Естественно, есть. Вот и все. Единственный момент профукан, кажется. Потому что я мимо них, скорее всего, не пролезу. Так-то запросто. Ну блин, да, тут. Тут надо прям что-то вообще жестко тайминг отводить. А, либо застать их всех посередине. Ну или примерно вот так. Блин, за них цепляться, по-моему, нельзя. Хрен знает, даже дадут ли нам сохраниться нормально. Хотя, я надеюсь, что таки дадут. А, нам еще, да, нам еще кое-кого мочить. Еще старого друга с усами или без, не спрашивайте. Рыдли, но не Скотт. Так. С
секретная комната. О, еще выше можно. Да ты тварь. А как тебе это? Поразить самое сердце. Фига вас тут. Болевомасса. Нахрен так делать. А, вас гасить-то можно сквозь стенки. Вообще круто. Не зря это сделал, видать. Это как супер. Да, это со спины надо гасить, короче. Блин, вы очень много жрете здоровья. Да блин, все, мне жопе. Мне как фантом. Да. Ну ладно. Более-менее потом, как с ним биться. О, ёкарно бабай. No entry without authorization. Подожди. No entry without authorization. Мне сюда раз. No entry without. Ну мы сейчас будем опять этот длинный диалог слушать. Ну слушайте, это прям вообще не смешно. No entry. Сейчас опять все подбирать. Опять. Ядрить, это все надо перепроходить. И сохранения нет. Ну вообще просто прелесть. Не, ребят, здесь уже. Уж извините, я там после вот этого подъема на лифте я сохранил. Потому что ну смысл, это просто бред. Угу. Я тут так свалил классно. Сейчас опять все это переслушивают. Ну давай. Блин, ну почему тут сохранения нет? Ну реально, ну что, жалко было сохранение сделать. Хотя не сказать, что я прям тут много прям потерял. Там больше долбался своими делами много. Сектор 1. Мне неизвестно где. Thank you.
было все гораздо проще. Ладно, вот оно что оказывается. Так, здесь что-то было. Хотя вот туда проход-то у нас так и не освободил. О, щит! Во столько места надо вернуться, она нам тупо не позволит, скорее всего. Знаю эту игру. Давай, давай, давай. Молодец. Да, блин, с ними, конечно, не так все легко, как хотелось бы. Ну ладно, это нормально. Здоровье тоже, конечно, не будет здоров. Так. Сюда. О, блин, а их можно по одному-то гасить. Блин. Да блин. Вот сволочь. Нет, иди сюда. Иди сюда, я сказал. Скоро будет у нас Ридлик.
Так, вы тоже в кого-то? Да. А мне здесь есть смысл с вами воевать? Это вопрос. Не факт. А здесь как бы не Кридли мы сейчас придем. Да бля. С таким здоровьем, да, сохранится самое то. И особо-то нигде не напарнишь его. А, блин, смысла нет. Смысла нет. Да, там все равно закрывают тебя. Блин, конечно, я очень много потерял на них, на самом деле. Ну типа, что-то я не понял. Ну короче, что-то надо замочить, а что с этого будет, не очень понятно. Вообще не хватит. Нет. 600 хп нет. Ну сейчас, да, вот он. Ох, не горит. Ты меня пускаешь, гадость какая-то. Ай-яй. Блин.
Вот здесь я уже в заднице, потому что мне надо где-то набрать здоровье, а мне его мало. А я уже сохранился. Что мне делать, непонятно. Вот так. Я мочу это 500 хп надо. Набрать. Хотя стоп. Блин, конечно, можно. А что можно? На этом чуваке набрать. На этом я много не наберу. Хотя. Да, под 10 хп я буду набирать 500 штук, да, долго, определенно. Тут даже и мест таких нет, чтобы нормально здоровье набрать. Причем, ладно, мне здоровье-то набрать надо. Тут вот тупо негде набирать тасу. Угу. А, ну вот здесь, если то. Ладно, допустим. Допустим, так, конечно, очень сильно, допустим. И мне надо еще тех двоих боссов завалить по красоте. Да, ну, конечно, писец, ну, что поделать. Ай. Других вариантов тут как бы нет. Нет, тут больше вообще ничего нет. Ладно, ну короче, сегодня мы это не пройдем. Я более чем уверен. Блин, конечно. Хреново, что это надо оставлять в эту неделю. Типа, если его вырастить, этот вирус, типа, он дальше больше здоровья, типа, даст, да? Висит и нет. Да блин, кислота, долбанная кислота. Не надо так делать. Я этого не оценил. Ладно, еще 640. В общем-то уже 400 уже есть. Да, 50 по 60 хп, это, конечно, весело. Помнится, мне Супер Метроид тоже перед Ридли занимался этой штуковиной. Причем самое интересное, после этих двух боссов нельзя сохраниться. А, нет, наоборот, можно. Еще не говорю. Надо их пройти очень чисто. Неважно, замочил ты их до этого или нет. Фига. Не надо так делать.
еще 400. 50. Прикольно. Они могут в итоге разрастаться так нехерово. Ладно, в первом метроиде в случае вообще смерти надо полчаса гриндом заниматься. Да блин. Ладно, осталось чутка. Едри. Надеюсь, это последний уже заход. Нет, наверное, предпоследний. Ладно. Я думаю, это 25 хп, а это сейчас вот космический пират мне воспринял. Да блин. Да чтоб тебе. Пойдет, условно говоря. Да, их надо еще победить чисто. Да, еще все вместе. О, прикольно. Но не получилось, не портануть, надо все-таки гасить. Блин. Тут уже не... Ладно.
Да... Какая на вас тактика должна быть? Волка. Ну блин. Маловато здоровья, но все, сохраняться тоже нельзя. К сожалению. Блин, и что делать? Выйти я тоже не выйду. Тут, конечно, унылым фармом надо заниматься. Да, по 10, конечно, хитов я буду нормально так. Ладно, там, по-моему, это глаз дает порядка 500, что ли. Иди сюда. А ты га. Ну да, в общем-то, что, можно сохраниться. Блин! А, ну да, я бы там эту 1000 фармил бы. До китайской Пасхи. Теперь более-менее нормальное количество здоровья. Ну, практически. Пару соток не хватило. Ну, здорово. Это валит без урона, не очень интересно. Отдыхаешь иногда? Ну, практически. Блин, с хвостом драный. Thank you.
Да, блин. А, теперь ты с глазу? А, нет. Фу, ну слушайте, нормально. Судя по крикам, кто знает, кто знает. О, блин. Ну слушайте, еще нормально. Не сказал бы, что чудом ушли, слушай. Вот теперь этот скрёт так, то есть когда мы собой атакуем вот таким образом. Так, теперь, наверное, нам сюда, нет? Или куда вообще? Блин, не знаю. Так, ну в любом случае, засейвится. Нормальный Ридли оказался. Я понимаю, когда босса надо мочить вот это вот. Мочи его. Стреляй изо всех сил, гаси, и тогда будет тебе счастье. Вопросов нет. Ладно, конечно, не самый лучший метод, но... Бывает и похуже. Блин, опять это этим говном заниматься? А, нет, не надо этим говном заниматься. Вот, вот здесь нужна будет эта атака, да? Ничего интересного. Зачем эта штука летающая? Тоже не очень. Ага. И вирусы сразу можно подбирать таким образом. Так, куда теперь интересно идти? Сохранял бы не скоро, так же. Хрен знает. А ты тоже к этому уязвим. Ну, можно сказать и так. Но, к сожалению, боюсь, самой главной нашей конкуренткой это не проканает. Тем более нам надо подзарядиться. Еще неизвестно, кстати, где ее ждать. Слышь, крабик, блин. Вообще, конечно, пару секторов есть, которые можно поисследовать. Там же нужна была эта атака кручением, блин. Враги, которые на старте казались такими жесткими. Так, вообще, конечно, да, надо дойти до Эрки, желательно. Но я чувствую, нас там могут ждать конкурирующие фирмы, блин. Далеко, идти очень далеко.
Опа! Shine Spark. Воу! А подожди, а как это делать? Интересно. Допустим. О! А, ну я так понимаю, все-таки сверху надо. Я ж так, нет, так и не смогу. Прикольный звук она издает, когда крутится. Блин, кстати, тут тоже теоретически что-то может быть. О! Да блин. А тут я не был, а тут у нас кое-что да есть. Ракет. Ракет тоже дело нужное. Сохранение рядом, если что. Ничего такого заслуживающего внимания. Да, все наверх. На самом деле. Так, давайте-ка мне здоровье. Лучше оно не будет. Опа! А это что, яйца метроидов? А что они тут делают, интересно? Пока одно яйцо, но знаете, от чего, почему, зачем, пока вопрос остается открытым. Вот зубочки. Так, ну хорошо, все, перезарядка произошла, 180 ракет, 28 бомб. Ну да, теперь все. Теперь с одной из самых стоп. Представляю, тут бы 9 их надо было гасить. Я знаю, что не 9. Ну давай рассказывай. Самус, мы сделали это. Остальное оставь Федерации. Мы должны приготовиться к эвакуации станции. Ты серьезно? А они знают, насколько опасен этот паразит? И как быстро он размножается? У Федерации есть интерес к X-паразитам и Самус X. Очень интересно. Это, слушайте, это мне напоминает эти фильмы про чужого. Что, мол, давайте их трогать не федер... Там кто-то... Правительство хоть трогать не будем, используем как оружие. Но интересно было посмотреть фильм, в котором они бы укращали бы это дело. Они считают, что жизненная форма бесконечная... Короче, что дает типа бесконечную форму? Да это глупость полнейшая, чушь полнейшая. X-паразит — это бессердечные доминаторы. Какой потенциал у них может быть? Это не важно, что ты там понимаешь. Короче, Федерация прибывает сюда. Тебе надо просто по-быренькому отсюда свинтить. Да это безумие. Они, у них шансов не будет, ну, типа против всего этого. Ну, короче, станция хана им тоже будет. Но разве риск того стоит? Capturing, не помню. Ты серьезно?
Они вообще думают, насколько безуспешно это дело. Это, конечно, будет сложно, но они думают, что можно. Но они рассчитывают на твою помощь, еще лучше. Решили за паровозы меня пустить, да? Я не совсем правильно употребил, это не важно. Они знают, что ты пыталась уничтожить Саикс. Да я бы сказал, это она меня пыталась уничтожить. Поэтому они перестали тебе отсылать данные необходимые. Модификация плазмы БИМ, ну, плазмовый луч, была готова какое-то время назад, но... Ну, короче, они ее оставили. Чтоб ты саму Сикс нихера не делал. Ну, как-то ты сама смогла эту функцию восстановить. Ну и с этими, с диффузионными ракетами. Такая же фигня. Чтоб ты не стал такой мощной. Но они уже ее отослали. А ты, типа, скачала. Браво, Самус. Они должны отменить эту миссию. Открой канал, ну, короче, канал связи с штаб-квартирой. Я не дам этому случиться. Они уже на пути. Дураки. Как только Федерации корабль присоединится, X-паразиты сожрут их нахрен. Иксы просто ждут, когда начнется охота, да будет месиво, что называется. И они распространятся по всей вселенной. Галактическая цивилизация придет конец. Голод иксов как биологической формы. А. Короче, иксы голодны до формы, знаний и силы. Они легко мимикрируют, но они не могут копировать душу. Они, короче, думают о себе, инстинктивно ища то, чтобы размножиться. Они как чума, федерация недооценивает их. Да, ну вот я сейчас чувствую, будет Самус Икс. Ну все, уже всех перемочили. Ну, блин, я не знаю, сколько я буду мочить, тем более уже 0.45 время. Так, короче, X-паразит не должен отсюда выйти. Я должна уничтожить их, пока Федерация не прибыла. Эта станция нужно, короче, запустить механизм уничтожения. Должна использовать это, чтобы уничтожить X-паразитов. Здесь и на планете. Я должна... Сент-Обливиан, не помню. Ладно, в другой мир типа отправить, не знаю. Они и станция, и себя, если надо, отправить в другой мир. Ну погнали. А, так. 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 Открой замки. Мне было приказано... Ну, короче, запереть тебя, пока корабли не придут. Не дай им этого сделать. Ты что, не видишь, что случится, Адам? Адам. А, Адам? Кто Адам? Мой друг. И этот друг тебе, типа, позволит сделать сейчас? Он должен знать, что единственный путь с этим покончить, это запустить механизм самоуничтожения. Он знает, как это важно. А этот Адам, ну, ему было не все равно на тебя. Он сидел себе спокойненько в командном пункте и приказывал тебе помереть. Он понимал, что... Кто-то должен умереть, а кто-то должен жить. И он знал, что это значит. Он однажды сделал такую жертву. Что он выбрал жизнь ради тебя? Наш, ну, честный воин Самус Аран. Твой Адам отдал свою жизнь, чтобы ты могла сохранить свою. Ради Вселенной. Как глупо.
Как ты, сволочь такая, мох? Неужели у тебя, типа, надежды никакой нет, непонимания надежды? Машина ты бездушная. Знаешь, что взрыв этой станции на высокой орбите не гарантирует. Ну, тому, что, короче, паразиты все передохнут. Даже если станция будет полностью уничтожена. Единственный успех – это... Не совсем помню. Тебе надо проигнорировать этот факт и выбрать смерть. Когда Адам решил, ты должен жить, он выбрал неправильно. Господи, хрен ли он тянет время? Короче, если ты сменишь орбиту станции... Нифига не понял. Ну, короче, надо сменить станцию орбиты. Пока не прибыла. Самус, последняя миссия. Иди в операционную комнату. Ну и... О! Красивые глазки нарисованы. Ну, короче, меняем орбиту в сторону планеты ZR-388. Ну, где и был найден экспаразит. Возвращайся на корабль и беги. Быстрее и оставайся живой. Это приказ. Есть какие вопросы, леди? Мы в самом начале помним, это ружьишко, так сказать, чеховское, что он типа называл это, хотя я считаю, как это странновато. Можно мне сохраниться? Я не хочу вот этот ядрить, вот этому зону. Ты чё, я в раю, что ли, уже? Потому что не хочу эту тягомотину опять прокручивать. Ну, мы-то знаем, что одним запуском механизма все не кончится. И Самус тут очень жесткая, я имею в виду двойник. Я это знаю из обзора ретро-кладовки. Что без тактики валить ее просто нереально. Ну, кто знает, что из этого получится. Я не хочу просто откладывать ее на отдельный стрим. Завтра просто, я не знаю, получится ли у меня вообще... Ну как, вечером-то точно не получится постримить. Куда идти? А, о, нормально, не близко. Кстати, там одна дверь, так и не отосследована. Так, через комнату. Сраный интернет опять тупит. Кстати, сегодня обрывов не было. Дропов было до хрена. Не надо что-нибудь от тебя еще слушать. Иди в операционную комнату и, ну, короче, в отсек. И смени курс на планету, короче. Возвращайся на корабль и эвакуируйся до столкновения. Так, Нед пошел, ну, мы еще раз послушали приказ. Так, туда нам нельзя. Окей, я не сильно-то и хотел. Во! Может, ты уже пустишь меня наконец, да? О! А, ну хотя мне так все остановили. Так, что тут у нас? Бомбочки. Не совсем понял, что делать теперь. Так, а куда, чего? За бред? Я вижу, что через верх. А дальше-то что? Типа тут. Что за фигня? Ну, мне как бы бомбы эти сильно-то не нужны. Что за ерундистика, правда? Может, тут выше надо прыгать, типа? Да. Или нет? Или да. Как говорится, да или да. Ну ладно, бомбы лично не будут. Сохраниться я не могу. А, могу. Мне все равно через эту комнату добираться. На
такой музон, прям сейчас сделаем доброе дело, почетное дело. Еще на месте Самус после этого валил бы просто без оглядки в глубину космоса, не знаю. Так, я правильно иду, да. Не туда. Мне восстанавливать нечего. Да, все нормально. Да знаем, блин, нажимаешь нет неправильно. А, ну все. Ну все, и на лифт. Что-то этот лифт ни хрена не работает, а почему? Отключили, наверное, да? Ёлки. Кто так провода связал-то? А как? Через самый низ получается. Ну да. Чё? Точно был? А, все, самый первый босяров имел си. А как наверх? Так, давайте без вот этого вот. Ну я маленько не туда, да, конечно, пошел. Но куда? Стал быть. А, реально. Пошел через низ. Ни хрена. Через что мне идти? Угу, спасибо, игра. Так, ну и тут заперто. Слушайте, ну не смешно уже, а? Да блин, блин. Да хватит. Да. Да хватит в шар превращаться. Ну, сейчас тут босс, тут комната с боссом. Что дальше-то делать? А, спасибо. О, етанчик. Етанчик, это хорошо. На выход как отсюда свалить? Это, конечно, все великолепно. Я просто оценил. Куда мне идти? Как мне самое главное идти? Здесь не пройти. Спасибо. Так, подождите-ка, я что-то хил. Ладно, Дим, давай. Эпичного Махалова. Самус X. Да, наверное, блин, я все-таки его оставлю на потом. Потому что, ну, я уже... Я понимаю, что это, скорее всего, там займет буквально ни хрена.
Хотя, блин, не. Скорее всего, хрена. Доброй ночи, короче. Ну, блин, что за фигня? Чем там вот, вот этот пункт, он там дверь еще влево видит. Что-то как-то мне это не нравится. Может, тут как-то, конечно, проход есть. Да ладно вам, ну что вы прикалываетесь надо мной? Там закрыто, здесь закрыто. Что за... Или я что-то пропустил? Вообще сюда не зашел? Вроде зашел. Нет, непонятно, давай. Ну вот туда. Иду. А у меня двери тут закрыты, понимаешь? А, может, мне наверх надо было, слушайте. А я такой... Нет. Да. Блин, а чё лифт-то не работал? Ладно, зато я и там буду. В общем, конечно, неплохо сохранится. Что-то мне подсказывает, что он не дадут. Да. Вот оно. Ты тоже шумеешь этой херней. Да. Да. Отлично. Единственное, добираться до нее, конечно, охренеть как долго. Знаете что? Сейчас я подбираю вот этот вот пайрапчик. Мы прям перед комнатой саму сохраняемся. Я все, конечно, понимаю. Все наезды, которые сейчас могут быть на меня. Но это вот идти подбирать вот это вот все. Так, подожди. А, бомба нам не сильно-то и нужна. Потому что все, эпичный бой. Ну, короче, да, надо останавливать эти ракетами и пытаться гасить. По-моему, нет, вот это вот что-то такое похоже видел у ретро-кладовки как раз. Так. Ну, тем более, да. Лишняя сотка здоровья явно не будет. Бомбы нам не нужны. Бегать. Хотя, стоп, можешь сохраниться вроде как, нет? Ас. А, блин. Да стоп, тут до со... А сохранение рядом. Просто как бы... Ну да, бежать, потом на лифт, все нормально, да, вообще-то. Все в норме.
Ну, конечно, очень обидно, что не получилось за сегодня. Но я, конечно, могу даже вывести попробовать. Блин, час ночи, мне вставать надо где-то 8:30, зато у меня ответственный день. Во многих смыслах, поэтому... Честно, я даже не знаю, что ожидать из завтрашнего дня. Надо будет пройти, конечно, без сейвов это дело. Да, давайте. Теперь подзарядимся, лишней ракеты не будет. Но в перемяс такой точно не валится. Это прям будет сражение, прям ого-го какое. Ну, конечно, за 3 дня я очень сильно все это забуду. Стоп, а, и он сейв, все. Все, бежим, потом на лифт. Ну это... Ну нахер так делать? Ну вот что мне вы предлагаете? Хотя тут идти-то не так и далеко, до другого. Ладно, все, забили. Забыли. Честно говоря, тренировать не буду, мне просто тупо некогда. Я буду в отъезде. Видос загружу, потом на публикацию поставлю, и на этом все. Ну, собственно, говорить больше просто не о чем. Поэтому, на всякий случай, прямо здесь делаю технический сейв. Кстати, сегодня без технических сейвов дело обошлось. Ну, так все. Димону спасибо за просмотр, за активное участие, поддержку. В общем, все в целом-то нормально было. Робот, конечно, подкачал, который босс, хотя на него тактика все-таки находится. И я рад, что я не дропнул, и все дальше продолжилось. Ладно, все, Самус тогда на отдельный стрим, как получилось тогда с этим Mother Brain в Супер Метроиде. Супер Метроид. Метроид. Вот. На сегодня все. Все. Хорош. Всем спасибо. Попробуем победить. Быстро получится, медленно, не знаю, но запасаемся попкорном. Все. На сегодня все. Заканчиваем.